Всем привет, девчонки, всем хорошего воскресенья. Я вытерла камеру. Я быстро выхожу в эфир, потому что я знаю, что вы потом меня спросите. Я накрашу сейчас такими кремовыми тенями. Я хочу, чтобы вы увидели этот цвет. Я хочу вам показать две разновидности теней, да. То есть я буду краситься очень быстро. На лицо я уже нанесла, девчонки. Вот этот дил, который у нас сегодня, он еще есть. Почти 80% уже продалось. Сегодня у нас есть очень классный дил, когда вы можете купить всего, Нелечка, привет, за $48 тональный крем, жидкий тональный крем и консилер. Подождите, только что его положила сюда. Я настолько тороплюсь, что я просто вообще... И консилер всего за $48. Девчонки, тональный крем, у кого жирная кожа, комбинированный вам, он очень понравится. Если вам надо подобрать цвета, пожалуйста, пишите, не упустите этот шанс. Он только сегодня этот дел будет. Его потом не будет. И, конечно же, я его уже нанесла на лицо. Вы можете посмотреть, выглядит все очень-очень классно, натурально, красиво. И сейчас я приступила к теням. Девчонки, тени, я очень редко эти тени крашу, но я решила сегодня их накрасить и показать вам. Я сегодня взяла вот эти тени, это кремовые тени. А этот цвет у меня называется Mysterious. Его, конечно, в продаже именно такое название нету. Есть другие тени. Но эти тени кремовые очень круто держатся на глазах. Естественно, с праймером. И еще лучше держатся. Девчонки, всем вам привет. Присоединяйтесь, ставьте хэштег лайф и смотрите меня вживую. И вот когда у меня вот эти тени, они у меня уже год, наверное, чуть-чуть подсохли внутри коробочки, я беру Setting Spray. Setting Spray выглядит вот так. Либо я беру сеттинг, Сашка, привет, сеттинг, роуз тонер, водичку, и просто брызгаю внутрь, вот сюда один раз, видите, беру кремовую кисточку и просто мажу ее, вот, мешаю здесь, и цвет получается, видите, на моих глазах, вот он получается настолько насыщенный и сочный, девчонки, обалденный цвет получается, посмотрите, я его сейчас нанесу, и я люблю эти кремовые тени, во-первых, они... Держится вообще просто абсолютно сколько вам надо. Я даже не знаю, пока вы, короче, не умоетесь. Привет, Сашечка, привет. Пока вы не умоетесь, держится круто. Цвет очень-очень насыщенный. Я их сейчас смешаю с этими сухими тенями. Нелечка, спасибо за хэштег лайф. И вы увидите этот эффект. Тени просто нереально красивые. Кто пробовал вообще эти тени когда-либо? Там есть разные цвета, но естественно, что нужна еще техника нанесения. То есть техника нанесения. Обязательно должна быть Cream Shadow Brush. Эта кисточка стоит всего $15, да? И, конечно же, если у вас вот подсыхает, то не мочить сеттинг спреем, либо Rose Water, да, тоником. И вот смотрите, какие они получаются. И теперь, чтобы мне сделать такой более, скажем так, однотонный переход, я, как всегда, возьму тени. Я возьму, во-первых, я еще подправляю пальчиком, видите? Девчонки, делитесь, пожалуйста, моим видео, чтобы больше девочек видела меня, присоединялась. И пишите мне, если у вас есть вопросы за сегодняшний дил. Завтра дил выходит очень тоже классный. Всего за $38. Я сейчас выложила фотографии у меня в сторис. Потом выложу еще на фейсбуке. $38 идет тушь Epic. Три разных цвета. Черная, марон и синяя. Плюс праймер всего $38. Девчонки, всего $38. Если вам нужно подобрать, если вы не знаете, как заказать, или вообще имеете вопросы, вы мне пишите, потому что я сегодня, например, 6 утра, я стояла в очереди, заказывала для девчонок тональные крема, консилер, да, и себе купила, потому что дело очень классный. Если вдруг вы решаетесь, я вам высылаю линк, или я его цепляю здесь под моим фото, которое будет у меня на Фейсбуке, да, я его прицеплю туда. И как вообще это работает? Я сейчас вам рассказываю. Девчонки, когда у нас идут вот такие, как бы, Thanksgiving дилы, да, как это вообще работает? Вы включаете, нажимаете, короче, на этот линк. А линк будет, короче, вы нажимаете Buy Now, и там включается такой, говорится, дайте email. Вы вводите email, и там постоянно, короче, меняется картинка, показывают, какой тысячный вы в очереди. То есть, например, я, если сейл начинается по нашему вашингтонскому времени в 6 утра, то я вам рекомендую встать хотя бы за 30 минут раньше, встать в очередь, и вы быстрее купите. Я сегодня была 30 тысяч какая-то мне заняло, в 6 утра началась это распродажа, да, и за 20 минут подошла моя очередь, и я купила. То есть подходит очередь, и ваш линк открывается для вас. Вам нужно просто подождать. Поэтому, девочки,
Кому интересно, кого интересует, не пропустить эти дилы, потому что, ну, реально классно, когда вы тушь и праймер вы покупаете всего за $38. Когда, девчонки, я тороплюсь, у меня все падает. Когда по отдельности, например, вот праймер стоит 29, тушь 24, понимаете? А вам все вместе за 38. Блин, не угонишься за дилс, я останусь без штанов. Ты знаешь, Саш, это чисто Thanksgiving скидки, понимаешь? Вот именно в плане вот именно таких. Да, потом идут скидки, но вот именно самые такие большие скидки идут на Thanksgiving в течение 9 дней. Поэтому в эти дни, конечно же, надо как-то, если вы хотите, угнаться за этими дилами, надо как бы угнаться. Я сейчас беру цвет Delirious. Он очень близко к этому цвету, вот этот цвет Delirious, близко к этому цвету, который был кремовой. И я его нанесу по поверхности. Я купила днем, не было очереди. Это нам сегодня повезло. Сегодня не раскупили в течение полчаса. Вчера и позавчера дилы раскупили в полчаса. Часа, Юлечка, в полчаса, представляешь? А вот этот тональный крем и консилер, они сказали, нас предупредили, что они взяли продукции больше, да, они оставили больше продукции, чтобы большинство купило. То есть продукции сейчас было больше, чем все другие дни. И еще, девчонки, хотела сказать, что вот эти тени, которые я сейчас крашу, сыпучие тени, в этом месяце, до конца месяца, тени, любые цвета теней, вам идет любые цвета теней, тушь фиолетовая с файбером, либо вот черная, да, фиолетовая в плане упаковка, да, с файбером, либо черная тушь, будет стоить вам, короче, и сумочка в подарок, туда идет вот такая, короче, сумочка в подарок, $65. Этот дил, который до конца месяца, а дил, который за $38, то есть это будет начинаться завтра утром, и он, наверное, вот завтрашний дил, я думаю, что он закончится в течение часа, потому что тушь, девчонки, праймер, за нее все там помирают, очень много, короче, ну, 17 стран, понимаете, 17 стран, и все хотят купить, вот представьте, что там вообще творится. Поэтому Unique установила очередь. Я понимаю, что это как бы frustrating немножко, да, ну, а с другой стороны, каким образом они еще нам это все как бы смогут по очереди, ну, как бы продать? Не хватит просто никому, потому что один человек может зайти и купить, блин, штук 20, поверьте мне, есть такие люди. Так, теперь что я сделаю? Я возьму подводку, девчонки. Только что я доставала подводку. Я возьму подводку, подведу глаза, добавлю немножко черного сбоку, как всегда. И мой будет, короче, макияж на сегодня завершен. Вам нравятся эти цвета или нет? Девчонки, напишите, пожалуйста, как вам такие вообще цвета, нравятся или не нравятся. Я знаю, что очень многие привыкли краситься определенными цветами. И когда что-то показываешь другого цвета, например, там, фиолетовый, да, там, зеленый, разный. Короче, не всем всегда нравится, у всех просто разный вкус. Но если, несмотря на то, чтобы вы не накрасили бы на себя вид вообще, да, цвета, вам вообще нравится или нет? Так, я сейчас подведу подводку. Мне надо торопиться. Я вообще планировала сбегать в магазин, потом мы планировали с семьей, короче, выйти, погулять. Но я не знаю, как я это все успею, девчонки. Никогда ничего не успеваю, ё-моё. Никогда ничего. Нравится, да, Саша? Спасибо тебе за ответ. Так, давайте я тебе с этой стороны подкрашу тоже подводку. Видите, да? То есть я ее подвожу. Когда я крашу подводку, девчонки, я всегда ложу подводку лежа. Она у меня лежит при... Вот видите, вот таким образом. И глаз я не закрываю. Я закрываю, когда я уже накрасила по всему глазу. И прохожусь и просто выравниваю. Вот так делаю. Видите? Супер, спасибо, спасибо, девчонки. Теперь я беру цвет, черный цвет. Вы помните этот цвет, который я наношу его всегда. Но мне кажется, он здесь просто, ну, очень гармонично будет смотреться. Этот цвет называется Legendary, да. Я возьму вот этот черный цвет и нанесу сбоку. Вот знаете, я, скажем так, я вообще не знала, как я сегодня накрашу, что у меня сегодня будет. Ну вот... Одела платье черное, такая, а потом подумала, что давно не одевала эти сережки, которые сейчас на мне, сейчас вам покажу, вот эти сережки, давно не одевала, думаю, блин, ну надо, значит, тогда под них накраситься. И вот я таким образом отталкиваюсь каждый день от своего лука, какие у меня сережки, какой у меня наряд, какое у меня платье. И так, короче, я одеваюсь, потому что каждый день по-разному, ну, стараешься каждый день выглядеть по-разному, чтобы не надоедать одним и тем же, понимаете, как бы... Даже самой себе. Я не люблю каждый день быть одинаковым. Мне хочется по-разному что-то одеться, нарядиться. Все-все-все по-другому. Смотрите.
Видите, как прикольно смотрится? Я сейчас сделала то же самое с другой стороны. Возьму цвет Legendary, вот этот черненький цвет. Возьму его и таким же образом нанесу на другую сторону глаза. Мне, если честно, так жарко в этом платье, я вам просто передать не могу. Мы собрались в парк идти, и там-то холодно, там нормально будет. А дома я умерла. Все, мне жарко, умираю. Так, я то же самое делаю с этой стороны, девчонки. Также наношу черный цвет. У меня всегда левая сторона страдает. Всегда. Я же правша. И мне, конечно, левую сторону гораздо тяжелее накрасить, чем правую сторону вообще. Чем вы занимаетесь, девчонки? У кого какие планы сегодня? Семейные планы, либо вы дома. Я вообще не помню, чтобы... Не, ну вообще-то я сижу дома в воскресенье, но когда у меня муж на работе, я дома в основном стараюсь быть в воскресенье. Ну а так, если муж дома, мы стараемся с детьми куда-то выйти. Видите, да, девчонки, когда добавляешь немножко темного, уже по-другому совершенно смотрится макияж. И выглядит намного глаз выразительней и интересней. Так, сейчас возьмем вот так, растушуем. Цвета очень красивые. Теперь я возьму кисточку-консилер. На ней у меня уже есть консилер. У меня девочка сегодня одна спрашивает. Настя, спасибо за лайк. Девочка одна спрашивает. Диан, вообще, что такое консилер? И девчонки, поверьте мне, каждый раз, когда я делаю видео и вам рассказываю, мне все равно спрашиваете, потому что, ну, не запоминают, либо не смотрят. Ну, как бы это у всех, знаете, каждого времени-то нету постоянно сидеть и смотреть. И это я прекрасно понимаю все. И я говорю, консилер это очень хорошая вещь, вот чтобы замазать, выровнять там. То есть очень классная вещь, которая должна быть дома. Если вам надо что-то замазать, подмазать, да, там выровнять неровности, то консилер, я считаю, что вообще замечательная вещь. Посмотрите, как сразу смотрится глаз намного-намного аккуратнее и чище. Видите? То же самое сделаю здесь. Прочистим. И самое интересное, что этот консилер надо совсем чуть-чуть, девчонки. Вообще не надо много. Совсем чуть-чуть. Сегодня мне девочка говорит, я тебя, наверное, уже запарила. Там столько времени на меня тратишь. Девчонки, не стесняйтесь, вы ко мне обращайтесь, потому что я поэтому вам и пишу, что я вам помогу. Даже если я трачу на вас время, это я так скажем так, это моя работа. Да? То есть, если я вам показываю, если я вам рекламирую, если я вам рекомендую, то есть, я, естественно, что потрачу на вас время. Поэтому не стесняйтесь, вы мне пишите, я вам обязательно помогу. Сегодня мы сделали очень легко и просто в плане. Девочка мне сказала, что она хочет. Я ей закидала все в корзину и выслала. И все, что она сделала чекаут. И это было легко и просто. То есть, если честно, это делается все легко и просто. Поэтому, если вам надо, не стесняйтесь, пишите. Я вам обязательно, обязательно помогу. Так, теперь я возьму еще немножко этого цвет Delirious, да, который я уже, помните, я показала вам только что. Стойте. Вот этот цвет. Вот этот цвет Delirious. Я использовала кремовые тени, вот этот цвет, смотрите, видите? И черный цвет я использовала Legendary. То есть, девчонки, если вам нужны тени, подобрать вам палетку, дайте мне знать. Я вам подберу палетку под вас, ту, которую вам нужно. И это сейчас будет со скидкой $65, тушь, тени и сумочка в подарок за $65. Если вам надо, обращайтесь обязательно, не стесняйтесь. Так. Сейчас немножечко еще вот здесь подкрашу, под низом тоже немножко, совсем чуть-чуть. Не сильно я люблю, когда у меня под низом накрашено, но чуть-чуть можно. И еще добавим, так, подождите, где у меня здесь? Еще добавим блеска, и губы накрасим. Так, если я найду сейчас, конечно. Я, как всегда, тороплюсь и ничего не нахожу. А блесточек я хочу добавить, потому что, если честно, такая пара блестков, правда, настроение и блеска. Смотрите, блеск я добавлю вот сюда. Этот блеск, это подводка, девчонки, это тоже подводка, которая вот как черная подводка, это просто блестящая. И чем она классная, что она засыхает, и, понимаете, она не стирается. То есть она выглядит на ваших глазах очень красиво и держится в течение всего дня. Вот этот блеск, и получается, ну, вообще, если честно... Глаза ярче, выразительнее получается. Ну, намного по-другому смотрится макияж. Опять же, это у кого какой вкус. У всех вкус разный. Я, короче, обожаю блестки, поэтому я всегда их везде. Завтрак, обед и ужин я ставлю себе блестки, короче. Я их просто обожаю. Но я знаю, что я вот так накрасила, и у меня целый день, девчонки, будут глаза выглядеть именно вот так. Блестеть и красиво, короче, переливаться. Сейчас я... Возьму теперь кисточку и просто их вот так немножечко растушую, чтобы они мягко легли. Видите, да?
И вот так будет. И вот таким образом будет. Ничего у меня там сегодня особенного нету. Скажите мне, легко было, как я накрасила глаза? Вот если считать, как я начала красить глаза, не сейчас на вид, а вот именно процесс, как я их начала красить, легко ли это выглядело или нет? Напишите, мне очень интересно, девчонки. Так, теперь губы. Вот губы, я думала, если я сделаю яркие губы, как вы думаете, подойдет сюда под эту помаду или это будет too much? Яркие глаза, яркие сережки и губы. Или накрасить все-таки? Мне хочется, честно говорю. Я не знаю, как это будет выглядеть, но мне хочется. Вы мне напишите, этим накрасить или все-таки более что-то натуральные цвета. Это вот эти цвета натуральные, более вот такие. Каким накрасить? Мне хочется это. Но вы мне скажите, каким мне накрасить? Натуральный или более яркий? И теперь я возьму подкрутку, девчонки. Подкрутку для ресниц. Обязательно. И подкручу ресницы. Смотрите, я беру и подкручиваю ресницы уже, когда их накрасила. Я использовала праймер и эпик тушь. Обе вещи завтра с 6 утра на скидке за $38. Только тушь вы можете выбирать синий цвет, марун или блак. Вот что, яркий. Ура! Ура! Настя яркую тоже написала. Накрашу. Что-что, но вот тушь... Я классический такой человек в этом плане. Я люблю черную, да. Спасибо, Ирочка, тоже яркую. Три девочки уже за яркую. Я люблю черную. Но если вы, у вас голубые глаза, зеленые глаза, вот представьте, вам очень будет красиво такой марун цвет. Обалденно. Там даже на картинке такие глаза показаны. Так, сейчас я накрашу еще немножко туши. Смотрите, я добавлю ее чисто на кончики, выделю, да, ресницы. И очень классная тушь, девчонки. Целый день держится, не сыпется, естественно, если вы не трете глаза. Если вы трете глаза, у вас любая тушь будет сыпаться, девчонки. Вы должны себя контролировать. Потому что есть товарищи, которые, ой, сыпется тушь и все. Я спрашиваю, а ты глаза трешь, у тебя есть такая привычка? Она такая, говорит, яркая, ура. Она говорит, да. Я говорю, ну, и тогда что? Конечно, говорю, будет сыпаться. Если вы глаза не трете, тушь не будет сыпаться. Если вы такой человек, что вы любитель... потереть свои глаза, то тушь будет сыпаться, девчонки. Я даже вчера, мы с сестрой вышли на улицу, а я такая сонная была, уставшая, что я вчера спала всего там 4 часа, да, где-то. И она такая говорит, блин, Дианка, у тебя там смазалась. Я говорю, ну, конечно, я вот так вот сидела, потерла, я вся была такая сонная, убитая, что, конечно же, я это уже сама знаю, что я там себе намулевала, короче. Так, сейчас я сюда тоже добавлю тушь. И накрасим губы, и на сегодня мой макияж будет завершен. Сегодня, девчонки, я не парила ваше время с тем, как я накладываю тональный крем, консилер. Я это сделала в вчерашнем видео, поэтому посмотрите, если вам интересно, чтобы вы не упустили этот дил, который сейчас он еще есть, девочки. Нужно подобрать цвет, пишите мне. Ой, кошмар, я сильно накрасила нижние ресницы. Пишите мне, и я вам подберу цвет, если вы уже в компанию Unique. Вы покупали сумку, у вас есть в сумке пробники. Откройте сумочку, посмотрите, подберите себе цвет, и вы сможете таким образом легко и просто себе заказать. Так, берем помаду, яркую помаду, и берем карандаш сначала. Сначала карандашом накрашу. Кстати, карандаш у них тоже очень классный. Не стирается и вообще держится шикарно. Так, смотрите. Я делаю это обычно вот так. Губы вообще правильно красить карандашом, измерять вот таким образом, смотрите. То есть вы красите вот здесь. Вот таким. То есть вы наискось ставите и красите. Карандаш вообще, сейчас я скажу, девчонки, смотрите. Карандаш вообще сделан для того, чтобы вы могли накрасить губы и чтобы у вас губы стали больше, но не меньше. Ни в коем случае карандашом не уменьшаем губы. У меня губы сухие, девчонки. Я не сделала эксфолиатинг. Такая-то помада классная, просто балдею. Смотрите. Честно сказать, в жизни она смотрится намного светлее, чем на... потому что у меня свет светит, и она смотрится ярко. А так она смотрится в жизни
намного приглушеннее. Теперь, это помада-порошочек, девчонки. Всем привет вам! Это помада... Какой классный цвет помады. Да, она очень красивая, если честно. Эта помада, цвет называется Curvaceous. Curvaceous это... Ну, именно дальше название надо посмотреть. Но она очень-очень классная, потому что губы настолько... Ну, не знаю, помада вообще шикарная. Если вы не пробовали, девчонки, пробуйте. Сейчас, секунду. И что я сделаю? Я сейчас возьму бумажечку, промокну. Это обалденно, да? Спасибо. Промокну помаду. Можно так сделать. А если, например, для вас это будет очень-очень яркая помада, да, то можно ее приглушить с сеттинг пудры. Просто взять и немножко сеттинг пудры нанести, и все. И тогда уже будет более приглушенный вид. Но, если честно, я не хочу сильно ничего приглушать. Пускай так и будет, потому что я знаю, что на фотографиях она потом вот на свету, сейчас, девчонки, я сегодня волосы накрутила, на свету она будет смотреться очень-очень-очень хорошо. Ну что, девчонки, заканчивая свое видео, сегодня у меня было такое быстрое-быстрое видео, я сейчас вам покажу свои тени еще раз вблизи, да, и напомню вам о дилах. Именно сейчас идет дил, тональный крем и консилер, $48. Только сейчас. Нужен цвет, напишите мне. А уже 80% распродано. То есть почти все распродано. Тональный крем для жирной кожи комбинированный, шикарный. И консилер. И завтра утром выходит дил такой, как... Подождите, у меня волосы. Дил такой, как тушь. Вот это Epic тушь. Не, да, Epic тушь черная, а марун и синяя с праймером вместе всего за $38. Всего за 38. Я завтра выложу... А линк, прикреплю туда линк. Если вы не знаете, как заказывать, пожалуйста, напишите мне, я с вами свяжусь, и мы все это сделаем без проблем. То есть я вам обязательно-обязательно помогу. И третий дел, который до конца нашего месяца, то есть до следующей недели, конца месяца, очень классный подарок, девчонки, когда вы можете выбрать тушь, сейчас я найду, тушь вы выбираете либо с Файбером, либо Эпик, да, одну из этих тушей. Тени вы выбираете сами себе палетки, любые, какие вы хотите цвета. То есть я могу вам скинуть все цвета, вы выбираете себе цвета. И вам приходит в подарочек вот такая сумочка. Это вы можете купить для кого-то подарок $65. Девчонки, пишите мне, не стесняйтесь. Я вам обязательно подберу, я вам обязательно скажу, что выгоднее взять, что не выгоднее. То есть я обязательно вам предложу хороший дил, который сейчас у нас есть. Не стесняйтесь. Все, девчонки, я приближаюсь. Смотрите на мои тени, если вам нравится или нет. Как оно выглядит или нет. Пишите, не стесняйтесь. Даже если не нравится, пишите. Не нравится, пишите. Потому что мне кажется, что не всем должны нравиться все цвета. Правда, как бы у всех вкус разный, поэтому не всем должно нравиться все одно и то же. Все, девчонки, всем вам хорошего воскресенья. Пишите, не стесняйтесь и не пропускайте эти дела. Потому что дела эти, вот именно 9 дней, которые вот я вам каждый день о них говорю. Все, всем пока.